Армянская крепость Горни расположена в живописной горной местности. Вершину горы занимал храм, построенный во второй половине первого века и посвященный, возможно, богу солнца Митре. Храм построен в греческом стиле, от него открывается широкий вид на необозримые пространства фруктовых садов, полей и горных склонов, покрытых пестрыми коврами разноцветных трав, на причудливые крутые каменные обрывы каньона реки Азат. Глубокое ущелье и отвесные склоны служат естественным неприступным рубежом, поэтому крепостная стена возведена только со стороны равнины. В сооружениях Горни своеобразно сочетаются элементы эллинистической и армянской культур. В глубокой древности здесь находилась Урартская крепость. В эпоху армянских династий Ервандидов, Арташесидов и Аршакидов с 3 века до н.э. Горни служила резиденцией царей и местом пребывания их войск.